Всем привет, с вами канал Мульти Планет, и я Маша Агаситер. И сейчас мы поиграем в игру по мотивам мультфильма Винкс. И как всегда, вначале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И поехали. Тут нам надо выбрать одну из девочек Винкс. И давайте, сейчас у нас это будет Муза. И выбираем, как она будет выглядеть. У нее будет стиль Чармикс, Энчантикс или Беливикс. И симпатичнее всего она выглядит в стиле Беливикс. И отправимся мы, давайте, в город магии. Добро пожаловать в город магии. Это чудесное место, где ты можешь наслаждаться приключениями. С помощью заклинаний тебе найти надо всякие ключи. И закрытые двери, и, собственно, открыть их. И вот мы начинаем наше путешествие. Ага, тут нам не пройти. Значит, прыгаем вперед. И еще прыжок. Нам надо найти скорее дверь. Так. Интересно, что мы тут делаем? Так, этот нас не выдерживает. Да и это, собственно, тоже. Так, давайте тогда спрыгнем сюда и посмотрим, что у нас здесь. Здесь мы можем... Теперь мы можем создавать специальные... Так, что у нас Муза может делать? А вот пакетики создавать. И с помощью пакетика мы можем нажать на кнопку, и дверь откроется. Теперь мы спрыгиваем, и мы можем летать. Муза у нас может летать, у нее появилась магия Винкс крыльев. И мы взлетаем наверх. И что там? Давай, лети, лети, ты успеешь, не успеешь? А, мы не успели, о нет. И давайте еще раз тогда запрыгнем. Используем магию крыльев. И быстрее летим. Тут у нас рычаг, благодаря которому у нас откроется следующая дверь. И вот она открывается. И мы можем пойти туда, к ней. Так, тут мы создаем опять наш волшебный пакетик. Ага, тут надо спрыгнуть наверх, чтобы взлететь, спрыгнуть вниз, чтобы взлететь наверх. И давайте спрыгиваем, летим, подбираем по дороге звездочки, и Муза проходит у нас этот уровень. Ура, мы переходим на следующий. Так, нам надо очень-очень высоко забраться. Мы пока что непонятно где. Так, оп. Мы подбираем специальную магию, в которой мы создаем пакетики. И вот мы можем, собственно, здесь, благодаря этой магии, открыть дверь нам внизу. Давайте туда и отправимся, и посмотрим, что там за этой дверью. За этой дверью у нас ключ, который открывает дверь в самом-самом низу. Давайте побежали скорее к ней. Так. И что у нас тут? У нас тут еще один рычаг, точнее замок, благодаря которому открывается дверь у нас наверху. И давайте мы тогда обратно туда залезем. Еще смотрите, у нас есть вот такая магия. Это специальные ноты у Музы такие, это ее магия. Лично ее. Вот, когда она, собственно, нажимает, можно нажать. Ой. Прыгнуть на ноту, и тебя подбрасывает вверх. По-моему, ничего, выглядит так. Так, а теперь нам надо как-то пробраться туда, я пока что не сообразила как. Ну-ка. Так. Ага. Так, давайте-ка обратно вниз сходим и посмотрим, что у нас там. Все, я поняла. Ой, не та магия. Оп. И мы можем... Все, у нас есть магия крыльев. И мы взлетаем наверх. А, нет. Опять косяк. Так. Оп. И вот теперь дверь... Нет. Вот так вот. Теперь опять спрыгиваем вниз, используем магию для крыльев и взлетаем вверх, потому что мы прошли этот уровень. Ура, Муза справилась, и мы вместе с ней переходим на следующий уровень.
Так, тут, наверное, еще все сложнее. Давайте побежим вперед и посмотрим, что же у нас тут происходит. Так, подтягиваем себе пакет, благодаря которому мы откроем себе дверь с той стороны. Нет, пакет, иди сюда. Иначе нам будет не выйти. И мы удачно прыгаем, подбирая по дороге кучу наших звездочек. И находим ключ, который открывает нам дверь в самом низу. Бежим скорее вниз. Так. И что же у нас здесь? У нас здесь рычаг, благодаря которому открылась дверь у нас чуть-чуть повыше. И давайте посмотрим, что у нас там будет. Тут у нас стоит куча-куча пакетов. Давайте запрыгнем в них и пройдем. Ура! У нас открылась дверь. Так. А у нас какая-то кнопка. Ага. Она открывает у нас дверь в самом низу. Дверь к выходу из этого уровня. И ура, мы нажали и бежим скорее к выходу из города магии. И ура, Муза справилась, и мы вместе с ней. Мы прошли этот уровень и прошли, собственно, игру за Музу. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч!